Типа до этого она всегда была охуенной, коммуникабельной, но были моменты переёба. Типа, это был не в первый раз, когда мне Вил, ну, говорила, что ёбнет мне. Но никогда не находила до дела. Типа, в прошлый раз, когда она это говорила, она просто пошла там, ну, стенку попиздила и все такое. И в этот раз я, типа, тоже думала, что это все несерьезно, но вот это скатилось вот в такую хуйню. Блять, я надеюсь, что, типа, просто эта ситуация будет, типа, отправной точкой к каким-то изменениям для нее. И, ну, мне правда нравится этот человек, и я скайпом, ну, начну с ней общаться. Но по истечению, типа, какого-то времени, которое она проведет в терапии. Ребятки, вообще хочу вас попросить, типа, блядь, ну не топите ее. Типа, я еще и так ебана, она сидит в номере, ей хуево от самой себя, от осознания того, что она проебалась. И, типа, блядь, не надо хейтить, ребят, типа, просто оставьте ее, ну, типа, наедине со своими мыслями. Я думаю, что когда ей станет легче, когда она придет к каким-то выводам, она обязательно что-то скажет. Вот.